Ребята, пингвина обгоняем. Давай, пошел, пошел, пошел. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Давай, давай, поехал. Смотрите, ребята, как же вкусно. Я, наверное, скоро смогу и пингвинов хавать. Посмотрите, как я быстро, ребятки, расту. Какой я большой. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И мы продолжаем, ребятки, играть в Tasty Blue, ребятки, съедобный океан. Ребятки, а продолжать мы будем вот здесь вот, в бонус уровнях, дорогие друзья. Мы с вами на бонус уровнях остановились, так что давайте все-таки проверим, что там, сколько их и с чем их, собственно, нужно, ребятки, хавать. Так, бонус уровень, вот, ребятки, я... Здесь что? Ага, ребятки, я акулой вот этой, мне надо вот этот череп вынести, ребятки, знаете куда? Ого, как тяжело. Я и не думал, что так будет тяжело, ребятки. Для того, чтобы мне дали рыбку, чтобы я вырос, мне надо вот этот, ребятки, череп, знаете, куда отнести? Отнести его, ребятки, прыгнуть в кольцо вместе с ним, ребята. Вы представляете? А как же так сделать нам, ребятки, чтобы мы с вами могли с легкостью его... Ох, и тяжело. Как же его выкинуть, ребятки, нам отсюда? Ребятки, кто играл в этот бонус уровень и кто протаскивал череп через кольцо, пожалуйста, отпишите, скажите, как это делать, потому что я реально не могу. В комментариях напишите, как вы это сделали, потому что мне в действительности, ребятки, довольно-таки сложно. Ну, посмотрите, реально очень сложно, ребят. Посмотрите. Это, наверное, сложнейшая, одна из самых сложных задач в этой игре. Я такого еще не видел. А может, ребятки, нам надо ее под стенкой пронести? Давайте посмотрим. Нет, под стенкой она тоже плохо проносится. И она... А может, нам не спешить? Нет. Я-то выскочил, а череп? Да нет, ребята. Череп человеческий здесь остался, какого-то старого пирата. Нам его надо выкинуть. Только не сюда, ребятки, а вот немножко под другую сторону. Да что ж ты будешь делать, а? Вот так вот. Да что ж ты опять творишь-то, а? Вау. Да что ж ты за акула такая непонятная? Давай вот этот череп протаскивай все-таки через эту штуку. Ребятки, как же его протащить нам? Ага, вот так вот. И, ай, вообще не попал. Смешно, однако, смешно. Так, ну и куда ты... Ты череп, куда тебя деть-то? Я даже рыбку, ребятки, не получаю. Я, наверное, только получу за то, что я, ребятки, смогу это... С черепом вместе проскочить. Обжигаюсь только, ребят, реально. Практически больше ничего. Да, разработчики, конечно, очень тяжелое задание мне, ребятки, предоставили. Реально очень тяжело, но вы посмотрите, как реально можно этот череп выкинуть, ребятки, туда, если я с него постоянно, ребятки, соскальзываю. Если у вас, ребята, хоть раз получилось как-то это сделать, отпишите, скажи, как это делать. Реально очень сложно, ребятки. Так, ну что ж, ребятки, давайте начнем с вами, наверное, какой-то другой бонус уровень, потому что этот уровень, ребятки, мы с вами так и не пройдем, потому что это в действительности очень сложно. А этот, ребятки, с удовольствием. Вау! Посмотрите, ребятки, я с горы лечу, селедку хаваю. Ням-ням-ням-ням-ням. Воу, ребята, пингвина обгоняем. Давай, пошел, пошел, пошел. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Давай, давай, поехал. Смотрите, ребята, как же вкусно. Я, наверное, скоро смогу и пингвинов хавать. Посмотрите, как я быстро, ребятки, расту. Какой я большой. Ох, ням-ням-ням, ребята, посмотрите, какой, ох, о, скорость ускоряется, ребята, я с огромной скоростью лечу, обгоняю всех, 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 даже морского котика обогнал, но кушать, ребятки, я его пока что, ребятки, не могу, потому что мне эта возможность такая не предоставлена в этом уровне, и мне приходится хавать только пингвинов, и, ребятки, лететь с этой
скоростью. Ням-ням-ням-ням-ням, давай. О, ребята, увеличили скорость. Вы только посмотрите, какая скорость. С какой скоростью, ребята, мы падаем. О, даже синего кита, ребятки, обогнали. Даже синий кит, ребята, спускается у нас здесь и сейчас, ребятки. Так что давайте как-то потихонечку разруливать эту ситуацию. Так, как же вкусно, ням-ням-ням-ням-ням. Ох, ням-ням-ням, как же вкусно, ням-ням-ням, съем-съем-съем всех. Ох, ребята, ох, и даже синие киты уже пошли. Что-то мне, ребятки, мое чувство подсказывает, что я, ребятки, скоро упаду просто-напросто в воду. А после чего, я знаете что, да, уже тучи пошли, ребята, это уже означает, что пар близко, ребята. Я сейчас упаду в воду и буду там плавать, плавать, акула будет там. Где же моя вода? Быстрее, я уже хочу водичку, я уже замерз. В водичке так же тепло. Ребяточки, давайте срочно мне водичку. Все, ребятки, вода! Ура, ребята, вода! Буль-буль-буль-буль-буль. Отличненько, дорогие друзья, и мы с вами с легкостью прошли этот уровень. И что ж, давайте, ребятки, наверное, попробуем последний бонусный уровень. Это тоже, типа, мне надо с горы катиться с огромной. Вау, ворон, вы видели, сколько я ворон съел, ребята? Вау, тут не съел. Ужасно, конечно же. Так, погнали дальше, пошел, пошел. Вау, ребята, вы видели, сколько их было? Вау, ребята, да что ж ты будешь делать, а? Вместе с ящиками я упал, здесь одну ворону, здесь три съели. Ну, уже, ребятки, довольно-таки неплохо, довольно-таки неплохо. Поехали, 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 поехали. Вперед, товарищи, и только вперед. О, уже я ящики и пингвина могу хавать. Вот это, конечно же, круто. И здесь, наверное, уже вода скоро будет. Да, ребятки, отличненько, ребятки. Мы с вами прошли этот уровень. Это просто круто. Так, а кроме не прошли, вы не помните, может, первый бонусный уровень мы с вами не прошли. Вау, ребята, посмотрите, какая высота. Я хаваю, ребята, практически реально круто. Самолеты, разведчики, чужие разведчики парят в наших облаках нашей страны. И я, ребятки, их пытаюсь задержать, потому что это не есть, ребятки, хорошо. И нам стоит учитывать, ребятки, тот факт, что... В общем-то, да. Так. Нам стоит учитывать, ребятки, тот факт, что вот уже скоро появятся истребители, а вот и они появились, ребятки, и они будут в нас стрелять, ребята, пушками, но мы, наверное, упадем в воду быстрее, чем они нас убьют. О, одного истребителя мы все-таки, ребятки, поймали, даже двоих, и мы уже их, ребятки, съели, уже три, отличненько, 4, 5, вау, ребятки, и что-то мне мое чувство подсказывает, что вот уже эти тучи, и я сейчас уже упаду, наверное, в воду. Ау, ребята! Я врезался в самолет. Куда это годится? И здесь уже когда-то будет уже, наверное... Ой, опять я врезался в самолет. Да что ж такое? Надо от них убегать. Вау! Вода, ребятки. Отличненько. Так, ребятки, ну что ж, посмотрите. Мы с вами упали в бездну. Здесь куча-куча разных дельфинов, которых мы сейчас будем с вами хавать, дорогие друзья. И это просто, ребятки, замечательно. Не правда ли? Ух, там самолеты, ребятки, наверху. Лучше туда не выпрыгивать. Так, вкусно, вкусно, вкусно. Этого съели, этого съели, этого съели. Вау, ребята, хух, самолет чуть не сбил. Вот это да. Так, подождите-ка секундочку. Так, ребятки, давайте нам, наверное, надо... Нам очень мало дали, ребятки, разновидностей. Попробовать вкуснятины разной. Да что ж такое-то, а? Что ж ты будешь делать? Дайте мне... побольше вкуснятины, потому что реально мало, ребят, и как я не стараюсь, я все равно не нахожу альтернативы какой-нибудь тому, что я хочу, ребятки, поесть. О, ребята, я могу съесть самолет. Ждем, ждем самолет, ребята. Отличненько, дорогие друзья, и мы с вами съели самолет, ребятки, и прошли этот бонусный, ребятки, уровень. Что ж, давайте еще напоследок попробуем вот этот. Убежать от акул нам надо, ребятки. Давайте, собственно, быстро глянем, что это и с чем его едят, ребята. Так, погнали, 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 погнали. Так, ребятки, нам надо съесть вот этих всех акул. Но сначала нам надо их избегать, потому что они нас могут попросту съесть. Потому что они больше в два раза, чем я, ребятки. И таким образом они с легкостью меня могут, ребятки, сожрать.
Вау, ребята, за мной увязалась акула, вы видели? Я реально не знал, куда деваться, потому что она меня может съесть. Так, 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 тихо, тихо, увязалась, увязалась, вижу. А мы сюда, а мы сюда. Вау, там акула хотела съесть меня, ребята. И она бы съела меня. Так, а нам надо, ребята, подкрепляться, потому что мы мало все-таки едим. Вот сейчас будем есть побольше, ребятки, и с легкостью сможем съесть эту акулу. Все, ребята, отлично, две акулы есть, осталось еще две. Где же они прячутся? Ага, вот одну нашел, и еще осталась одна. Вот она, ребятки, отличненько, и мы прошли с вами этот уровень, и это просто, ребятки, замечательно. Так, дорогие друзья, а я вам хочу сказать, что мы с вами игру Тестиблю прошли полностью даже все бонус уровни, дорогие друзья. Так что в следующий раз, если вам еще, ребятки, эта игра интересна, мы можем опять начать заново. Если вам интересно, я буду проходить ее еще раз, дорогие друзья. А на этом, ребятки, я прощаюсь. Вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. Подписываемся на канал, ставим пальчики вверх, ребятки. Нажимаем на колокольчик, ребятки, чтобы не пропускать мои новые видосики. Я вас люблю, дорогие подписчики. Пока-пока.